Привет, друзья, и это, как вы могли уже понять, Dying Light The Following. Это DLC-шка для Dying Light. Игра, которая в свое время мне просто дико нравилась. Я от нее просто тащился, и она реально была топовая, но мы ее проходили, вернее, Саша, я проходил у себя на компьютере, а потому он мне не давал в нее поиграть, и, в общем, я был тогда обижен, расстроен. Но сейчас я пройду этот, как его, The Following сам. Тут у меня сохраняшка. Че-то я любил убивать, когда, который, ты там что-то страх, картинки. Это сказала Мэри Шелли. You said he talked about magic and what? Domesticated zombies? He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like a way out of Haran. Crane, we are running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mothers. Короче, нужен антизин, и как можно быстрее, там что-то мы должны воспользоваться любой возможностью, чтобы его добыть. Ну, как-то так. The countryside. Это этот, как его, деревня. Countryside, деревня, по-моему, по-английски. Да, я не все буду читать тут субтитры, потому что я... Посмотрите этот, как его, Firewatch, и вы поймете мое знание английского языка. Ну ладно, давайте смотреть. Я никогда, по сути, сам в Dying Light-то не играл. Опа! Так, у меня тут мачете такое крутое. Так, you что-то там have received ли... О, тихо! Я чё, уже сразу умер? Или что? А, я думаю, я уже в какие-то баги попал, на самом деле. Find the way out of the servers. Не, погодите, я не думаю, что это Way правильный, хотя хер его пойми. У меня, по-моему, других вариантиков-то нету. Так я не буду сюда нырять. Хотя вон там вот выход вроде бы. Подождите, тут, то есть тут вы хотите сказать, что... Ну вон же лестница-то, чуть-чуть не допрыгиваю только. Ладно, у меня вариантов нету, давайте попробуем. Херануть сюда. Я попытаюсь быстро проплыть, потому что... Вот не знаю, что меня ждет в этой воде. Мутной. Давай, выныривай. Оп, хорош. Ну, я говорю, да, это, скорее всего, нужный нам путь. Я так сходу прямо. И... Опа! Немножечко паркурчика. Давай теперь на этот выступ. Аккуратненько только, пожалуйста, не свались никуда. Я помню, Саша мне рассказывал, что от этой игры знатно припекает, от, в плане даже от паркура этого, если ты как бы это того, то тебя припечет знатно. Все, я нашел путь. Do a copy. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. Да, you're on your так. Own, I'm afraid. Ой, я смотрю, Lena? Без кошки было бы вообще Lena? Невозможно. God fucking mountains. Долбаные горы, он сказал. Не, подожди, тут надо какой-то рациональный путь найти, чтобы как-то спуститься в нее. Блин, а игра не рассчитывала, что если, например, игрок не прокачал себе кошку, как он это пройдет? Хотя надо было на самом деле кошку качать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп.
топового у нас тут получается. А, ну, в принципе, какой-то спуск. Но я вроде бы в правильном направлении иду, хотя фиг его там знает. Так. А, тут что-то уже тяжело, мне как-то надо спуститься. Что-то как-то даже и нет, а не знаю, как спуститься. Блин, туда туда. Да, туда кошка, конечно, не дотянется. Так, погодите, у меня есть сомнения насчет того, как здесь вообще все это пройти. Ну давай, вот сюда вот. Да ёпта, ну что такое-то, а? Высота же небольшая была, чё ты, господи. Совсем же небольшая высота. Блин, ну я серьезно, я не понимаю, как тогда и что тут тогда. И как вообще тут это сделать. Даже не залезть на камень этот. Давай посмотрим, что у нас тут еще есть. Мы можем, конечно, вот тут попробовать спуститься, но он тут. Я уверен, что он тут нахрен разобьется. О, вот тут! О! Сама. Вы видели, да? А, господи. Игра, как всегда, видимо, полна багов и всякой херни. Тому подобной. Не, если честно, то я что-то вообще пока что нет. Не понимаю, что и как надо сделать. Оп! Па! Да, надо было нырнуть, нихера себе. Так, тихо, рыбки мне эти тут не очень нравятся. Оказывается, можно было нырнуть, а я тут, блин, возился. Но я чисто на шару принял решение. Я вообще почему-то такой думаю, сейчас он раскроет этот костюм белки или еще что-то и полетит. Не знаю, почему я решил это сделать. Ну ладно, спустились. Оказывается, просто надо херануть. Через этот, как его, воду. Ну ладно. Купались немножечко с рыбками там. Я же тоже подумал, что сначала акула какая-то там плывет. Лады. Фига ты выносливый у меня. Так, что у нас тут? Это башня. Это башня, как мне в тебя забраться? Наверное, как мне здесь так. Опа, нет, не так. Окей. А, ну вот тут. Отлично. Так, куда теперь? Сюда. Отлично, красавчик, Рейн, умничка, ёпта. Так, чё у нас тут? Ой, взлом. А я что-то как он даже и не умею взламывать-то, если честно. Так, сейчас. Нихера себе. И вот это я показал, как надо. Ох ты, это что такое? Экстравагант Гонцо, но она хуже моего мачете. Вообще надо посмотреть, что у меня. Так, вот инвентарь. Вот, у меня стоит вот это Бумеранг Блейд Модифит Хэви Трибл Акси. Так, что у меня тут по инвентарю? У меня тут дохренище всего просто. Ну, понятно. Сейчас объясню, почему у меня тут всего так дохрена. Мы же игру-то проходили на Сашином компьютере. И, естественно, сохран не было, и мне пришлось скачать какое-то сохранение. О, ты живой, слышь? Надеюсь, тут никто из твоих братьев сейчас не прибежит на меня. Нам нужно как-то попасть туда и... Опа, нифига себе. Здорово, пацанва, и я, короче, это побежал. Жопу вас всех. Опа, нахер. Обожаю. Смотри-ка, давай, мужик. Опа, нахер пошел отсюда. Оп. И все, я от вас слинял. Нубы! Так, the way out, final someone. Так, now small about the rumor. О, давай по трубам. Ой, красавчик! Бля. О, ну хотя бы это прошло. What do you want?
хочешь? Я поговорить с чьей Харана. О, ты из тех ублюдков. Что-то там. Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just, I need some help. As for Jesse, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. У вас тут так-то зомбари ходят, а ты с кузякой голый. Окей. Попытайся узнать больше от людей. Найди что-то там в чардже. Не, братка, я не хочу стоять вот тут. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jesse here. Сказал, что ты вообще какой-то косой. Давай, бурак, сваливай отсюда нахрен. Do you hear me? I forbid it. Father, please. Can't we talk about this? No. End of discussion. No. Fine. Эй, чё, лутать тут ничего нельзя, что ли? Слышь, дядя, стой, дай мне стой поговорить-то. Please. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jazeer. I am Jazeer. But if you want food, we have only bread. No, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city, people are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Вернись в Харан, и, типа, не, ну, типа, все кончено, мой сын и там что-то всякое такое. Lena, this is Crane. Do you copy? Lena, это Крейн. Ты слышишь меня? Damn it, what a fucking wasteland. Гребаная что-то там. Hey, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. О, алкаш. Это вот, а, ты торговец, типа хавчиком и всяким, это да. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. What, you mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one, my boy Kurt. How's he doing? He didn't make it. Well, that's a damn shame. But, can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos, they're in a damn cult, led by some woman they called the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak, they scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Спортивках и в голову. What about this whole not turning thing? They on antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Что-нибудь хочешь купить? Freaks. What partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, by what are you? And hey, be discreet about it, all right? Чё, что там, будь тихим, хорошо? Что-то надо сделать, короче, будь тихим и... Look for a vehicle at the nearest... Прости, братан, через тебя перепрыгну. Ну что-то какую-то точилу надо найти вроде, да? Living safe zone. А, ну запасную зону покинули. Тихо, пожалуйста, только не упади там к ним туда. Тихо, блин, как же тут. Оп. Управление-то вспоминаем потихонечку. Оп. Серьезно, братан, только не упади. Будет как финальная часть. Oh, forgot to tell you, if you ain't got none, find yourself some weapons. The
Да, зашибись, за мной там охотники уже бежали. What? You forgot to tell me this? И, по-моему, до сих пор бегут. They weren't important at the moment. Fucking fleas, you just can't get rid of them. No structure, no boss, no knack for business. Они уже не бегут. Sounds like we're off to a good start. Ah, don't be a drama queen. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Нет. Нет. Да фак. Где-то с этой стороны. Отлично. О, еще мачете. Ну, это все дерьмо, мачете, на самом деле. Джейлбокс. Слышь, ты, дядя. Ой-ой-ой-ой, take the car. Подожди, стопэ. Какой take the car? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то тут сложно до хрена. Что-то меня бомбят тут. Ни хрена себе мачете разносит. Так, лечить быстренько. Вот, давайте тут изнычки. Так, хопа, сейчас будем их гасить просто нахрен всех. Давай, следующий, на подходе. Давай, 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 высунись. Опа-на! Следующий. Хочешь, смотри, оп. Опа-на! Пацаны, мне бы вашу оружку подобрать. С этой стороны где-то. Так, стоп, погодите, мне надо экипировочку немного сменить. Так, вот, Double Barrel, Desert Barrel. Блин, а как? А, вот, все, господи, что я так туплю? У меня же пушка есть. Да, что-то реально, подождите, пацаны, затупил люто. Давайте подлечусь немножко. Так, братюня, где-то у нас там, где-то тут заходит. Еще, правда. Прибыль друг рук давай. Она в пердачело. А, ты чё, без оружки? Ну давай, иди сюда, сука. Какой, блядь? Пресс уми. Ну я говорю, мне надо сейчас немножечко привыкнуть. Просто к этому говну, и все будет топово. Я еще просто в клавишах немного путаюсь. Я же никогда особо-то в Dying Light-то не играл. Так, давайте я, короче, в жопу. Я пошел, короче, долбить просто. Давай, Крейн, сейчас покажем, как это делается, да? Мне только нужно... Нахер. Да ёб твою, сука. Ты чё, блядь, такой говёный-то, а? Откуда здоровье-то столько? Ой-ой, простреливают, простреливают, прям меня простреливают. Ват. Ну всё. Я завалил их всех. Блин, Рил, чудо. Еще привыкнуть надо. Ну, я привык. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здорово, пацанва. Куда ехать вообще? Connor, you there? А вот дорога какая-то. Окей, поедем по ней. Надо же бензика сливать еще немного. Пусто. Это я точно знаю. Это я про это читал. Видите, у нас бензика в принципе хватает, но может и не хватит. Может, вот здесь так. Да выйдешь ты, господи, кнопка F.
Empty? Как это empty? Блин, блин, блин. Ох, ни хрена вас тут. Нахер все. Ох, 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 ни хрена вас тут, серьезно. Да нахер все ушли. Чё в жопу? Прям нахер, нахер. О, мясо! Бля, ну как это? Серьезно, мне просто нужно... А он у грузовика, у него топливо даже. Да где у тебя бензобак-то, ёб твою? Как это empty? Серьезно? Отлично, fuel. Так, заливай. Куда его тут заливать-то? Отлично, пополнил топливо немного. Пацаны уже тут прям летят. Поэтому я, пожалуй, нахер свалю отсюда побыстрее. Поставили немножко проблем. Ой-ой, тихо-тихо-тихо. Куда-то сюда вообще. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Идеально. Я приехал. Батя приехал. Ножик, кстати, немножечко поломался. Блин. Пять починок у него всего лишь. Нет, давайте-ка я вот этим говном подерусь. Куда-то туда надо. А, ну то есть, давайте вот так вот херанем сюда. И... Опа. Ну все, я, по-моему, в безопасной зоне, если я не ошибаюсь. Кооператив мейт. Нет, мне нужно доложить что-то мои успехи Кану. Здорово. You're looking for Khan? He's gone. I guess they finally asked him to leave. Oh, asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. Uh-huh. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? Uh-huh. You didn't answer my question. Of course I didn't. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's got to be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give, not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Да. Kyle Crane, Ezgi. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. The groundwaters got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this? Yes, there is, but it's in bandit territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it, unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. Да, именно так и есть. Ну ладно, давайте, короче, на сегодня здесь остановимся и продолжим с вами в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Вернее, начинает нравиться прохождение. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, всем пока.